Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Линсменова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня, друзья, хочу поделиться с вами сайтом, называется КОС ТВ. Это у нас видеохостинг альтернатива YouTube, основан на платформе блокчейн. Также здесь можно абсолютно без вложений зарабатывать монетку КОС. Эта монетка есть на CoinMarketCap, можно посмотреть, на бирже Binance. Хостинг платит. Кому интересен вывод, забейте на YouTube КОС ТВ вывод, и вам даст кучу информации о том, что этот видеохостинг платит. И так как я только зарегистрировалась, начала здесь работать с пятницы, вот, мне еще до вывода далеко. Значит, по поводу регистрации. Перейдя в описание по ссылочке, вы попадете вот на такую вот страничку. Это я вам показываю с другого браузера. Нажимаете «Войти». Страничка сейчас загрузится. Далее. Так, регистрация. Можно делать регистрацию по номеру телефона. Это, конечно, лучше. У меня не получилось по номеру телефона. Как я ввела номер телефона, нажала «Отправить», мне не пришел код. Он не приходит. Надо писать в Telegram, узнавать почему. Можно зарегистрироваться с помощью почты, что я и сделала. Значит, кто будет регистрироваться по телефону, вводит сюда номер телефона. Здесь код страны выбираете, какой надо. Нажимаете «Отправить», вам приходит код, нажимаете «Регистрация». По электронной почте то же самое. Email, два раза пароль, нажимаете «Регистрация». На почту приходит письмо, подтверждаете письмо. Попадаете на страничку, там у вас выйдет инструкция, что надо, ну, следовать инструкции. Там ничего сложного нет. Я вам покажу основные моменты, самые такие. А остальное уже тут разобраться несложно. Значит, вот здесь у нас как бы баланс есть. КОС монеты, West, Chicken и тут подарки. Вот эта монетка, она внутренняя. Поп монеты. Вот у меня 2350 монет. Их нельзя ни вывести, ни перевести. Ничего с ними сделать нельзя. Их можно как бы поиграться вот здесь. Охота за поп-сокровищами. Но это позже. Так, основные моменты хочу вам показать. Значит, я вот следовала инструкциями. Как бы аватарку загрузила. Все. У меня уже 2 подписчика. Я 4 видео загрузила. Вот. Нажимаю на свою аватарку. И что у меня здесь? Войти в систему. Видите, огоньки красненьким горят. Войти в систему. Нажимаю. И тут дается нам как бы вот эти поп-монетки. Так. Войти. Разгадываем капчу. Так, попытать, так, удачу выиграть, НТН, стоимость участия, попытать удачу выиграть, Интериум, стоимость участия 2000 монет. Нет, это я не хочу. Вот, и мне начислили 200 вот этих поп-монеток. Получить еще, это уже за денежки. Так, возвращаюсь я обратно. Стало 2550 у меня монеток этих. Огонечек, видите, у меня пропал красненьким. Теперь открыть сундуки с сокровищами. Это отдается как бы бонус раз в 20, ну, раз в день. Нажимаем. Так, открыть сокровищницу бесплатно. Открываем. Опять разгадываем капчу.
автомобиля. И вот сейчас у меня сокровищница откроется. Что? Так, поздравляем. Вы получили опять медали 200 вот этих монеток. Так. Возвращаюсь я обратно. Ну, это как бы ежедневный бонус дается. Стало 2750 монеток. И здесь вкладочка «Смотреть видео». Значит, смотрите. Здесь у нас две шкалы. Это у нас энергия. Нажимаем вот здесь на энергию, на вопросительный знак и читаем. Она нам нужна будет делать лайки за каждое наше действие. Здесь мы зарабатываем как бы монетки. Вот, вот эту всю информацию читаем. Далее вот еще у нас шкала для загрузки видео. Также мы читаем всю информацию. Вот здесь вот вопросительный знак наводим и читаем информацию. Я уже все зачитывать не буду. Теперь, что касается видеопросмотров. Смотреть видео. За каждый просмотр нам начисляются также монетки. Но начисление будет у нас, насколько мне известно, я вот начала изучать этот хостинг, раз в 7 дней, раз в неделю. Через 7 дней я вот посмотрю свои уже результаты. Так, сейчас звук выключу. Можно звук выключить. И у меня вот здесь поставлен... Вот, можно поставить, чтобы одно закончится далее. Смотрите, вот здесь идет шкала у нас. И нам дают как бы плюс 20 монеток. И когда нужно просмотреть несколько видео, я вот не помню, вроде бы не 900 монеток, я вот не помню сколько. Но у вас здесь будет готово. И вот, вот эти монетки, они засчитаются, как бы идут к нам на баланс. У меня здесь уже лайк поставлен. Давайте какой-нибудь... Вот видите, друзья, обратите внимание, вот здесь видео можно... Да, как бы любое взять видео. И вот здесь костовые видео хостинг, который платит. Краткий обзор. И вот здесь море этих видео. Вот я это все смотрела. Ну, в общем, очень много. Вся информация. Можно это все здесь, даже на вот этом хостинге, все видео просмотреть. Давайте я вот нажму. Значит, за лайки. Лайки не всегда у нас потребляют энергию. Вот здесь лайк не поставлен. Можно поставить лайк. Вот пошел. Всем денежный привет. Вы... Звук отключаю. И вот у меня загружается шкала. Я ставлю лайк. Расчетный период закончился и не может. Я не могу сейчас в данный момент поставить лайк. Но я могу написать комментарий. Так. Напишем спасибо за... Так, информативно. Спасибо за видео, информативно отправить. Комментарий отправлен. За все наши действия нам будут начисляться как бы вот эти космонетки. Но это еще мне рано как бы... Через 7 дней я посмотрю, что у меня будет. Вот смотрите, сейчас шкала загрузится. И вот видите, монетка улетела. Так, ладно, вернусь я обратно. Где брать реферальную ссылочку? Как таковой ее здесь нет. Значит, нажимаем «Мои лайки». Вот я вот поставила лайки, как бы мне энергии как бы мало. И вот здесь в адресной строке, видите, цифры. Вот они идентичны вот этому. Вы браузерную строку копируете. Это и будет ваша партнерская ссылка. Значит, здесь вкладочка. Вот я на 11 подписана.
два человека уже на меня подписалось. Нажимаем «Мои видео». Вот мои загруженные видео. И вот здесь уже, обратите внимание, видите, идут какие-то вот начисления. Вот, кто-то уже смотрит это видео. Что еще? Так, здесь я вам показала. Так, нажимаю еще «Личный кабинет». Так, «Личный кабинет». А это и есть личный кабинет. Так, ОСТВ аккаунт. Посмотреть подробности. Здесь все кликабельно, все можно. Вот здесь, как видим, наши монетки КОС. Вот. Как я сказала, она есть. Вот эта монетка на Binance. Можно выводить на Binance, а там уже как бы обменивать. Так, основной кошелек. Значит, вот наш основной кошелек. Здесь можно делать перевод, пополнить, обменять на Вест. Потом обменять на Чикен, но это не обязательно. Вот эти Вест монетки обменять на КОС. Это все тоже знак вопроса. Есть информация. Это все можно прочесть. Обменять на КОС и обменять на КОС вот эти Чикен. Также жмем на вопросительный знак и читаем, что здесь написано. Что еще я вам не показала? Так, творческий центр. Ну, вроде все я пока... Да, творческий центр. Самое интересное. Так, как загружать видео? Это я запишу уже отдельно видео. Я пока не буду. Вот здесь вкладочка «Добавить видео». Или вот здесь «Добавить видео». Неважно, где вы нажмете. Здесь все элементарно просто. Я рассматриваю этот видеохостинг как альтернативу YouTube. Если все будет хорошо, можно развивать этот хостинг. И вот, чтобы был в запасе, как бы, правильно. Значит, здесь нажимаете «Загружать», выбираете файл. Там все по накатанной, все просто. Описание краткое, заглавие. Можно картинку свою поставить, хэштеги. Ну, как вот на Ютубе. Ничего сложного нет. Вот такой вот хостинг. Кому интересно, пользуйтесь. Неинтересно, проходите мимо. Будет, конечно, продолжение. Буду показывать, как заливать видео. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Да, забыла, друзья, вот здесь есть Telegram, Medium, Twitter, Facebook. Это все кликабельно. Это можно кликнуть и перейти. Потом GitHub. Вот это не знаю что. И Reddit. Как бы это все можно... Посмотрите и почитать информацию. До новых встреч!